Всем привет! Я уже начал шлифовать первую фару и потом вспомнил, что есть канал на YouTube и было бы неплохо снять процесс на видео. Фары пластиковые, пожелтели, и на AliExpress заказал. Вот такая насадочка идет, комплект для полировки фар и шли наждачные круги. 800, это более грубо, 1200 мельче, и 2000 это вообще самая мелкая, самая не такая грубая. Шел такой тоже круг, все надевается на липучку, которая там уже на дрели стоит, и идут специальные гели, это для полировки, а это уже защитные. Для каждой фары отдельный пакетик, отдельная наждачная бумага, то есть две таких и две таких, ну и насадка это уже идет одинаковая. Так, я уже начал, буду ставить на паузу и продолжать. Я вот прошел сейчас вот этой наждачкой. Для начала нужно вымыть фары. Я взял салфеточку влажную, протер и потом еще взял, налил на нее водичку. И смочил, и начал шлифовать дрелью. Вот бутылочки с водой приготовил. И не забудьте, в комплекте идет скотч. Не забудьте обклеить. Я капот поднял, чтобы не клеить лишний скотч. Вот так обклеил. Внизу бумагу поставил, чтобы когда буду использовать эту пасту, она не попала на бампер, на окрашенные детали кузова. Так. Не знаю, не сильно видно на видео, насколько желтые фары, но потом попробую сделать фото до и после. Ставлю на паузу и продолжаю. Вот, ребята, после наждачки на 800. Остается такой налет, его берем мокрой тряпочкой, в моем случае салфеткой, протираем. И становится еще хуже, да, чем было изначально, но вы не бойтесь, это грубая обработка, далее пойдет мелкая, и после пасты все станет очень хорошо. Вот так забивается у нас наждачка, мы ее отлепливаем, вот, и можно выбрасывать. И для второй фары возьмем другие наждачки. Сейчас берем это 800 грубо, сейчас берем на 1200, потом на 2000. Проходим, предварительно смачиваем салфетку и фару. Продолжаем. Это у нас был круг на 1200. Так, тоже отмываем. Ну, уже лучше. Уже лучше, чем первоначально после первого круга. Если честно, я боялся, но... Как показывает практика, не стоит бояться, нужно все пробовать. И остался последний круг. Приступаю. Так, у нас уже третий круг. Финишный, и уже почти как было, осталось нанести две пасты еще, вот так. Это у нас чисто кругами, наждачкой, видно, да, что это желтее, это белее, но все равно осталась еще паста. Продолжаем. Берем вот этот пакет. Степ 2, второй шаг. Одеваем такую губку, открываем пакет, наносим на фару и растираем той губкой. Вот. Так наносится паста. Я уже потер вот этим кругом, отлепил его, и осталось
смыть то, что на фаре, и на эту губочку, которая идет в комплекте, нанести Step 3 бесцветная жидкость, она как защитный идет слой. Лайфхак от нас: не ставьте весь пакетик тот синий Step 2, шаг второй, потому что очень много этой пасты, и она вся разлетается по кузову, по защитной бумаге, по бамперу, и приходится вытирать быстро-быстро следом. И не включайте сильно большие обороты на дрель. Вытираем слой полироли. Так, сейчас смочу и продолжу. Вот я смыл второй шаг. Очень сложно снимать и работать, так что извините, что я так вздыхаю. Так, вот у нас фара не очищенная, видно, что она желтая, вот у нас очищенная. Теперь наносим третий шаг, и как написано в инструкции, оказывается, есть еще инструкция. Ставьте на паузу, можете проследить, правильно я делаю или нет. Так, и вот что у нас идет в комплекте. Так, наносим третий шаг и смотрим, что у нас получится. И вот на чисто вытертую фару я нанес третий шаг. Жутко воняет он, как ацетон, и не использовал весь флакончик, но выглядит очень-очень потрясающе. Сфокусируйся. Вот. И вот что было. Как вам, ребята? Посмотрим, что будет после высыхания на солнце. Сейчас я продолжу вторую фару обрабатывать. И уже конечный результат покажу. Выставлю машину на солнце, потом сниму, что будет через 2 часа, через час. И еще нужно, написано в инструкции, оставить машину на 24 часа. И не мыть фару, чтобы этот последний слой присох и держался основательно. Он такой по консистенции, как клей, то есть он сделает пленку, которая будет защищать и не будет желтеть фара. Смотрите, какая разница. Да, круто. Вот так вот выставил на солнышко. Красота описанная. Где-то 2 часа пусть постоит. Как раз закат. А пока я буду делать на запаску чехол. Нужно будет шлифануть, покрасить. Делов-то. Ну что, ребята? Пора подводить итог. Я думаю, эффект на глаза. Повторяю еще раз, что 24 часа не мыть фары. Стараться также, чтобы не попадала на них пыль. Вот у меня чуть-чуть пал был ветер. Но я не думал, что будет ветер. Старайтесь утром это сделать, на солнышко поставите, до вечера на солнце, и потом на ночь в гараж или куда-то, где нет пыли, и все будет хорошо. Все ссылки на товары, ну, одна ссылка или две поставлю на аналогичные товары, комплекты для полировки шин в описании. Подписывайтесь на канал. Всем добра и позитива. Пока.